Где мои девчонки? Какие самостоятельные. Сказала, не выходите, подождите меня в подъезде. А им же не втерпёшь, вышли. Уже взрослые. Видите? И Рада, аккуратно ее крути. Конечно, лето вообще, лето. Я одела им, конечно, сверху ветровочки. Но надо сейчас снять, и мне тоже. Все детки раздеты в одних футболках. Лето вообще, лето. Наконец-то. А то все дни такая какая-то погода мокрая, такая влажная была. Какая-то ветреная, прям вредная такая. А сегодня хорошая, такая тепленькая. Даже ветерочек такой хороший. Ну, такой не сильный такой. Прохладненько. Хорошо вообще, наконец-то. Вот выбрались погулять. Я, конечно, чувствую себя не очень хорошо. Но надо выйти и самой подышать свежим воздухом. И чтобы девчонки подышали. Ну и Рада-то сама может. А Эйджирюшка-то без меня не может. Вот. Так что вот так вот. Не знаю, никак у меня что-то не отпускает. Только вроде полегче чуть-чуть стало. И опять вот с понедельника у меня какое-то состояние такое, как вот голова болит, тошнит, кружится, в общем, слабость какая-то. Не знаю вообще, когда это уже все дело закончится. Пока, в общем, как-то так. Да, разделись. Покажи, какая ты красотка. Какая ты красотка. Правда, вся в темном. Уже все, в кафе побежала. В кафе побежала. Все детки с мороженки. И Рада, может, пойдем мороженое, я тебе куплю? А ты мне купи и принеси. Хорошо. А, ну подожди. К вам Эйджирюшка направляется. Иди. А, кто там идет? Такой хороший у меня. Смотрите, вот такая вот оса, где она? Она на меня охотится вообще. Я туда, она туда, я сюда, она сюда. Неужели я такая сладенькая, как медочек? Что-то жует. Как цапнет меня, буду знать. Аккуратно, девочка. Аккуратно. Аккуратно. Как хорошо, да, на улице? По траве, по траве. Ой, 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 стучи. Сколько же там одуванчиков. Эйджирюшка, смотри, можно сколько задувать. Как тепло, хорошо. Завтра же Пасха. Я, кстати, еще не красила яйца. Бирол вчера смотрел, краску не нашел. Ну, я говорю, хоть что-нибудь найди. Вот. Ну, то, что был луком, я знаю. У меня есть там чуть-чуть шелухи, но я не хотела. Я хотела разноцветные. Вот. И, кстати, сейчас... Ой, подождите. Иди сюда, он, посмотри, как тут много желтеньких цветочков. Куда побежал? Не договорила. И Джирюшка побежала в кафе, купила мороженку. Не знаю, вроде хочется, не хочется. Не... Покушаю. И Джирюшке... Эджирин! Джирюшке купила сок. Она вообще-то хотела мороженое у Ирады, выдергивала, но она не ест. Она просто его держит и все в руках, пока оно там не растает. А так она не ест мороженое. Вообще, ну, как-то так. И сок то же самое. Вот она сейчас будет просто с ним ходить, и все. Она дома еще иногда может там, когда ей со стаканчика ей интересно, она со стакана вот так попьет, а так, ну, не знаю, хотя взрослеет с каждым днем, может, сейчас. Вкусно? А, какой запах, вообще прелесть. Прям очень хорошо, но жарковато. Мне кажется, даже... Было 22 градуса,
Но мне кажется, тут все 30. Очень жарко вообще. Прям уже невыносимо. То ли еще будет. Я думаю, как я буду дальше. Вот еще, наверное, месяц примерно. И будет вообще такая жарища невыносимая, что днем из дома вообще не выйдешь. Ты только вечером. И даже дома будет плохо. А что ты закрыла-то? Он закрыла дверь. Я-то помню без беременности, как вообще мне жара трудно дается. Я вообще просто умираю, подыхаю. А когда сейчас, так вообще, как представлю, будет вообще постоянный дома хамам. И на улице, и дома только вечером. Да и вечером долго будет жарко. Кому как. Кому-то плюс жара, кому-то не такой уж и плюс. Я люблю такое что-то среднее. Чтобы было тепло, хорошо, но и в то же время прохладненько. Не такая бешеная жара. Вот как сейчас, это нормально. И то даже немного жарковато. Сегодня солнце прям припекает очень хорошо. Кстати, начала говорить про Пасху. Завтра же Пасха. Вот. И я помню всегда, вот я не знаю, сколько вот помню, что... Когда Пасха, всегда хорошая погода, всегда, даже если накануне был дождь, там неважно что, когда Пасха, всегда хорошая погода, и поэтому все, ну, зачастую там на природу едут, там отдыхают, ну, потому что вот всегда такая погодка прям замечательная, такая теплая, хорошая, вот у нас тоже сегодня прям замечательная, я думаю, завтра тоже будет такая же, даже теплее, но, к сожалению, бюро завтра на работе. Так бы можно было, конечно, и завтрак на улице сделать, там побиться яйцами, что-то такое интересное, погодка хорошая, но он завтра будет работать, поэтому яйцами будем биться вечером с ним, а утром будем с девчонками биться. Так что я яиц много делать не буду, так чуть-чуть что-нибудь придумаю, чтобы красивенько было. Еще не знаю, что-нибудь выдумаю. Вот, так что вот как-то так. Давай, зайка. Давай. Да надо подальше. Молодец, еще давай. Смотри, сколько. Да, много, вот молодец. Мы в детстве любили это дело. Как раз мы сегодня в Лунтике, да, смотрели, как он там дунул и разрослось все, да? Да, давай. Все, хотела вместе, но... Давай, вместе с мамой. Давай вместе с мамой, давай. Ой, голова что-то у нее такая горячая. Ого, как напекло. Пошли туда, я мусор выкину. У меня вон все падает. Я завязала эту кофту, еще и Джирюшкину куртку. Иду, все спадывает. Штаны спадывают. Ой, капец. Я вообще что-то нехорошо, мне надо... Эджерин, пошли. Маме надо в тенек, что-то мне нехорошо. И Радочки что-то я не вижу. Где и Радочка? А, вон она. Ирада, все нормально? Хорошо. Сейчас я сяду на лавочку. Ну вот, мальчики сделали тут лужу. Все, и ушли домой. А детей магнитом тянет к этой луже, да, Эджерин? Вся грязная уже. Я вот это вообще дело терпеть не могу. Ужас, капец. Все, Эджерюшка, пошли домой, пока это плохо не закончилось. Пошли. Почему дети так любят грязь? Непонятно. Все, надо идти. Уже тут и грязь в ход пошла. Ужас. Первый раз она так увячкалась, если честно. Еще ни разу такого не было. Ну, потому что здесь грязь вот так вот прям не было. А когда была грязь, то мы в соответствующей одежде были. Сейчас буду ее отмывать. Ужас. Такая грязная. Такая грязная. Но счастье, полные штаны зато. А мне вот нервно. Я и так нервная. Такая последнее время вообще... Я не знаю, я прям...
как комок нервов стало. Насколько я все-таки позитивный человек, да, но прям меня вот разрывает. Ну, когда я в нормальном состоянии, я, конечно, могу это контролировать, я стараюсь этого не допускать. Ну, то есть я себя беру в руки. А сейчас вообще вот последнюю неделю я просто, я не знаю, я как с цепи сорвалась. Вот как собака злая, вот реально. Как собака, я не знаю. Ну, конечно, будем считать, что это гормоны. Ну, вообще, вот раньше, как я помню, с Радой, с Джирюшкой, у меня была нервозность, но была нервозность в самом начале, так, когда вот начинался токсикоз, да, а сейчас у меня, да, вот у меня была нервозность в начале, и то не такая вот прям, вот, и вот сейчас прям меня разрывает аж, мне страшно, надо мне это, успокоительные какие-то, я, конечно, себя держу в руках, но не знаю, с чем это связано, но мне кажется, что просто уже организм устал, потому что уже сколько месяцев плохое самочувствие, наверное, я просто устала, выжилась, и поэтому такая злюка, такая стала злая. Ну, пытаюсь себя контролировать, но не всегда получается, вот, так что, если я где-то там риска, вы уж не обращайте на меня внимания, я стараюсь себя сдерживать, но что-то даже на комментарии, вот раньше, даже когда на грубости вот мне пишут какие-то, я и то как-то вот с юмором, а сейчас даже вот мне вроде ничего плохого не написали, там что-то такое с этой, и все, у меня уже это, какая-то нервозина. Что ты там делаешь? А? Грязнуля. О, ну-ка пошли домой быстро. Ну-ка, что там делаешь? Пошли. Вот здесь хоть ветерок нашла. Там везде жара невыносимая. Хаер. Ну-ка. Ой, даже сильнее. Вообще такая нудила сейчас. Я сейчас какое-то время буду прям нудила какая-то. Я надеюсь, что скоро все пройдет. Вообще-то я всегда стараюсь как бы там на позитиве все, но сейчас не знаю из-за чего. Ладно, тоже человек, тоже бывает и плохое настроение, и хорошее, не всегда хорошее. Вот, кстати, вот кто, ну вот, есть же, ну, среди зрительниц есть тоже беременные. И вообще есть, конечно, женщины, которые уже неоднократно рожали, и много детишек, я знаю, среди моих зрительниц. Вот у меня почему-то вот каждая последующая беременность намного сложнее, чем предыдущая, намного сильнее токсикоз, и намного тяжелее она проходит. Ну, на психологическом уровне почему-то. Хотя я, конечно, счастлива, все. Но чего-то мне как-то это... Не алло. Да, Джирин? Пошли домой уже, пошли, хватит. Ой, как хорошо. Сейчас бы к морю. Сейчас бы к морю. Я бы вообще очень хочу к морю. Не могу прям... Я бы сейчас вот села бы так вот под зонтик. Вот так вот, и вдыхала бы морской воздух, и вообще было бы супер. Очень хочу. Мы, кстати, в этом году вот, ну, все равно будем ездить, конечно, на море. И я думаю, что вот в этом году нам придется прям рано-рано ехать, пока еще нет сильной жары, потому что по жаре, ну, навряд ли выдержу. И туда, и сюда. Вот, и как-то там будем что-то делать, чтобы я буду сидеть там под зонтиком. Как королевишна. О-о-о! Повисла моя принцесса. Так вот, в общем. Ну ладно. Всем пока. Всех целую, всех обнимаю. Красьте яйца. Завтра прекрасный день. Светлая Пасха. Вот. Я обязательно включусь. Вас чуть не пойму. Это я такая перекошенная или очки? Не, вроде все нормально. Вот, завтра включусь, обязательно всех поздравлю. Всех целую, всех обнимаю. Всем хорошего настроения. Не злитесь, не ругайтесь. Будьте на позитиве. Всех обнимаю. Пока-пока.